Приветствую вас, друзья. Меня зовут Олег Минин. Я вице-президент Imperium Group по маркетингу. И мне периодически приходят вопросы о том, как заработать в маркетинге Imperium Value. А как заработать, допустим, квартиру? Сколько для этого понадобится времени? Потому что на самом деле квартирный вопрос, да, он все так же актуален. Очень многим людям нужны квартиры новые, очень многие хотели бы расширить площадь, очень многие хотят помочь, допустим, детям и так далее. Действительно, квартирный вопрос один из самых важных в нашей стране, да, я думаю, для всех в мире. Давайте рассмотрим пример и постараемся его сделать максимально близким к реальности. Давайте подумаем, сколько можно пригласить людей, допустим, за месяц. 30 человек реально, я думаю, не очень, да, каждый день приглашать по одному человеку, чтобы они покупали стартовый пакет. 10, ну, это тоже достаточно сложно. Это, наверное, можно в какие-то месяца, но не каждый месяц. Давайте остановимся на двух людях, на двух новых партнерах в месяц. Я думаю, это будет вполне реально, да, реальная ситуация. Двух человек рекрутировать каждый месяц. Давайте для простоты примера будем считать, что они все заходят на наш средний пакет Start Pro. Средний пакет у нас 18 тысяч рублей. Напомню, что у нас есть три стартовых пакета за 6 тысяч рублей, за 18 тысяч рублей и за 30 тысяч рублей Start Biz. Рассматриваем Start Pro за 18 тысяч рублей. Итак, 2 человека в месяц. Понятно, что не каждый человек подключается. Да? Чтобы действительно 2 человека купили стартовый пакет, нужно поговорить, наверное, в 10 раз больше, да, с большим количеством людей, с 20 человеками, дать информацию, провести презентацию, возможно, и чуть больше. Да? У каждого процент подключения разный. 20 человек – это по одному человеку в рабочий день, да, это тоже вполне реальная ситуация. Понятно, что можно и интенсивнее, но не всегда, не каждый месяц мы можем одинаково интенсивно работать, да, иногда какие-то возникают прочие дела. Но вот для примера возьмем, что каждый месяц мы вот этот объем работы делаем. Итак, 2 человека в месяц и 12 месяцев у нас в году, как вы помните. Получается 24 человека в первом поколении за год. Давайте и запишем это число. 24 человека. Как вы помните, с первого поколения по нашему стартовому маркетингу выплачивается 3000 рублей. Запишем также 3000 рублей. Мы умножаем на 24, получаем 72 тысячи. Запишем также это число. Это у нас первое поколение. Все ли люди, которые пришли нам в первое поколение, будут строить бизнес? Будем реалистами, не все. Кто-то будет активнее вас, кто-то будет просто потребителем, да, может ходить на бизнес-школы, но ничего не делать. Такие люди тоже бывают. Поэтому давайте считать, что только каждый четвертый человек будет активно строить бизнес так же, как вы. 24 делим на 4, получаем 6 человек. И 6 человек мы умножаем на 24, то есть они повторяют наши действия. 6 на 24 получается 144. То есть у нас получается во втором поколении 144 человека. Как вы помните из нашего маркетинга, да,
если вы маркетинг знаете. Выплата со второго поколения за стартовые пакеты Start Pro у нас 1950 рублей. Мы умножаем на 1950 и получаем 280 тысяч. $800. Из этих людей тоже не каждый будет строить бизнес, да, и не каждый одинаково эффективно строить бизнес. Будем считать, что только каждый четвертый, также каждый четвертый у нас займется бизнесом и будет дублицировать нас. И пригласит по 24 человека. Получается, 144 мы делим на 4 и умножаем на 24. Получаем 864. С третьего поколения мы получаем по нашему маркетингу 1650 рублей. Опять перемножаем 864 и 1650 рублей. Мы получаем 1 425 000. $600. И давайте опять проделаем ту же самую операцию. 864 делим на 4, потому что каждый четвертый только у нас будет заниматься бизнесом, да, в нашем примере. И умножаем на 24. Получаем 5184. С четвертого поколения мы получаем 1350 рублей. Опять перемножаем. И получаем 6 998 000. $400. По стартовым пакетам, по стартовому бонусу мы получаем до 9 поколения, да, если выполняем условия. Но давайте в этом примере остановимся, да. Допустим, только до 4 у нас и дальше структура перестала строиться. Ну, такое, конечно, не бывает. И обязательно появятся новые партнеры и глубже, и вы будете с них тоже получать деньги. Просто для простоты давайте остановимся. И суммируем эти числа. Мы получаем 8 776 800 рублей. Хватит ли этой суммы для покупки квартиры? Я считаю, что вполне хватит, да. Если в Москве это будет, может быть, однокомнатная квартира, то в регионах это может быть и трешка, и так далее. И может быть это и собственный дом. Много вариантов. И это только стартовый бонус. И это только до четвертого поколения. И посмотрите первую колонку 24, 144.
864, 5184 – это вполне реальные цифры, да? Это не миллионы, это не десятки тысяч. То есть это вполне реальная ситуация, да, и у нас у многих структурах и намного больше людей. То есть это реальный пример. Мы еще здесь не считаем базовый бонус, командный бонус, автомобильный бонус, которые также насчитываются, потому что все эти люди, ну, по крайней мере, большинство из них, будут совершать повторные покупки, участвовать в акциях и так далее, подтверждать активность. И все эти объемы, да, которые проходят, с них начисляются вам проценты и идут по базовому бонусу и по командному бонусу. Поэтому при таких объемах, при такой ситуации, это как минимум у нас сапфировый директор, да, потому что 6 человек в первом поколении активно работают. Но я думаю, что на самом деле это и бриллиантовый президент, потому что кто-то из этих все равно директорскую позицию будет выполнять. А что это значит? Это значит, что по базовому бонусу вы каждый месяц будете получать, ну, как минимум, там 300-500 тысяч рублей, может быть миллион, может быть 1,5 миллиона. И этих денег вам хватит и на ремонт, и на прочие покупки, да? Это еще дополнительно к этой сумме. Это то, что заложено в наш маркетинг, да? Мы еще здесь уменьшили, здесь уменьшили, да? Не посмотрели только 4 поколения. Мы не рассматривали базовый бонус, мы не рассматривали командный бонус, мы не рассматривали автомобильный бонус. Только стартовый бонус и до 4 поколений. При условии, что мы начинаем активно работать, да, и привлекаем, ну, хотя бы 2 человек в месяц. И обучаем наших партнеров делать то же самое. И хотя бы, чтобы каждый 4-й из них дуплицировал нас. Вот такая ситуация. Успехов вам, процветания, до новых встреч.